Крупные парки Москвы приводят в порядок. Среди них парк Горького, одна из самых популярных точек столицы. Там работы по благоустройству уже завершились. В этом году обновили сразу три площадки парка. Территорию около Пионерского пруда, участок Нескучного сада и Пушкинскую набережную. Результаты уже оценили москвичи. Мне нравится, что постоянно происходят какие-то инновации. То есть появляются какие-то новые дорожки, новые площадки, новые кафе. Тут очень приятно проводить время. Здесь очень интересно, хорошие площадки. Я здесь с сестрой бываю. На набережных достаточно очень хорошо и красиво, озеленение. Абсолютно внешний вид парка поменялся. Благоустройство стало значительно очевидное. То есть дорожки, там парковая зона. Это совершенно не так, как было раньше. Сейчас вот подстрижено все, вот эти клумбочки нам понравились, розы цветут, красиво. Также планируется привести в порядок парк Сокольники и музей-заповедник Коломенское. Кроме того, в Москве благоустраивают и другие важные городские пространства. Например, в этом месяце на Тверском бульваре появились новые медиаэкраны. А у Всероссийского музея декоративного искусства и школы при Алексеевском монастыре преобразили территорию. Там нас просили сделать спортивные объекты, освещение восстановить, что мы, в принципе, и сделали, разместив там спортивные площадки, поставили три новых опоры освещения в историческом стиле. Трудность производства работ была связана с тем, что очень разноуровневая территория была, то есть нам пришлось строить несколько подпорных стенок, чтобы вывести все в одну линию площадки. Сквер на Делегатской, там располагается музей искусства. В ходе благоустройства мы поменяли все покрытия, сделали из асфальта новые проезды. Перед этим мы проложили новую водосточную систему более 1 километра и восстановив более 50 колодцев и водосточных решеток. Работа проходит на набережных, в скверах и дворах. Например, в Новокосине, на востоке Москвы, жилой квартал привели в порядок по просьбе жителей. Кроме того, большое внимание уделяют водоемам. Их чистят, зону у берега делают комфортными для отдыха.